Минске во второй половине дня соберется трехсторонняя контактная группа по урегулированию украинского кризиса. Этому будут предшествовать заседания четырех рабочих подгрупп по экономике, гуманитарной ситуации, безопасности и политическим вопросам. Они начнутся синхронно примерно через час. Среди первоочередных тем – демилитаризация Широкина, инициатива Москвы об отводе от линии соприкосновения вооружений калибра не только более, но и менее 100 миллиметров и обмен пленными. Также участники встреч изучат возможные источники средств для восстановления пострадавших районов Донбасса и предложения провозглашенных республик по проведению местных выборов и внесению поправок в Конституцию Украины, ранее направленные Киеву. Предыдущие переговоры в рамках тематических подгрупп и непосредственно трехсторонней группы прошли 22 мая и прорыва не принесли.